К другим темам. Клиенту максимум внимания и комфорта. Сотрудники Сбербанка предлагают новый вид зарплатных карт. Свыше 30 тысяч жителей газовой столицы уже успели познакомиться с преимуществами этой услуги. Оплатить счета, не выходя из дома, получить кредит и ипотеку за 2 часа – все это становится возможным благодаря зарплатной карте Сбербанка. Слово Юлии Шнайдер. В офис Сбербанка Андрей Король приходит как к себе домой. Вот уже 5 лет он является клиентом банка. Долгое сотрудничество началось с оформления зарплатной карты. Удобное обслуживание, приятный персонал. Есть онлайн Сбербанк, то есть выплаты любых коммунальных услуг, интернет, телефон. То есть все можно, сидя дома, у себя за компьютером, выполнить любую операцию. На выбор карты системы Visa и MasterCard. Их разнообразие позволяет найти подходящий вариант для каждого клиента. С помощью карты можно оплатить покупку не только в России, но и в любой точке мира. Тратить деньги становится выгодно с программой лояльности для клиентов «Спасибо». Если вы к ней подключаетесь, то первые 3 месяца вы получаете 1,5% от суммы покупки безналичным путем в каждом магазине. Где вы можете использовать эти бонусы? Эти бонусы вы можете использовать в магазинах-партнерах Сбербанка России. Один бонус равен 1 рублю. Благодаря этому сервису, накопив достаточную сумму, вы можете совершить покупку за счет Сбербанка. Это не все бонусы для клиентов. Решить вопрос с оформлением кредита и ипотеки становится также просто. Имея желание приобрести какой-либо продукт, достаточно при себе иметь только вот паспорт и зарплатную карту. Да? То есть если потребительский кредит для простого гражданина необходимо будет оформить множество бумаг, то здесь этого нет. И рассмотрение заявки идет 2 часа. С момента подачи заявления. Клиенту максимум внимания и комфорта. Ведь большую часть финансовых операций можно совершить, не посещая офис банка. За организациями закреплены персональные менеджеры, которые проведут индивидуальную работу, и клиент на рабочем месте может получить консультацию, подать заявку или кредит на кредитную карту и оформить заявление на получение зарплатной карты. Юлия Шнайдер, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».